Славянский район славится не только самым крупным садом в Европе, сад-гигантом, ракушечными пляжами Азовского моря, приазовским охотзаказником с неповторимой флорой и фауной. Наш район – это территория с богатой историей, бережно хранимыми обычаями и традициями и высокой духовностью людей, проживающих здесь. И во многом сохранять нравственное начало и духовность людям помогают православные храмы. Они построены практически во всех поселениях района. И эта замечательная традиция строительства храмов будет продолжена. Благослови, Владыко! Благословен Бог наш, всегда ныне и присно и веки веков. Аминь. Новый храм будет построен на территории воинской части Славянска на Кубани. Первый камень уже заложен. На его освящении присутствовали глава района Роман Синеговский, командный состав и военнослужащие воинской части. В каждом сельском поселении есть храм. На сегодняшний день у нас заканчивается строительство храмов в Забойском сельском поселении, в Черноярковском сельском поселении. И вот я считаю, что мы сегодня с вами сделали большое дело, заложили камень строительства еще одного храма, потому что мы много с вами говорим сегодня об образовании, мы много с вами говорим о воспитании, что чем непосредственно мы должны заниматься и в школах, и в детских садах, и в воинских частях. Но еще очень важное направление – это духовное воспитание. Поэтому я считаю, что это очень серьезное, хорошее дело. Храм будет построен в честь Иоанна Русского, покровителя воинов-ремонтников Южного военного округа. У нас с древних времен была такая традиция. Строили, возводили храмы, часовни в честь воинов, которые защищали Родину. Сегодня мы тоже делаем это очень серьезное дело. Закладываем камень, освящаем его в честь Иоанна Русского, покровителя воинов-ремонтников Южного военного округа. Я всех поздравляю вас с этим очень серьезным, значимым днем. Это действительно важный день в истории не только воинской части, но и всего Славянского района. Благодаря инициативе руководства части в городе появится еще один центр духовности. Говорят, храм – это свеча Бога, а с Божьей помощью и благословением любое дело по плечу, в том числе и такое важное, как охрана государственного суверенитета, чем и занимаются военные. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».